Юбиляры семейной жизни из Одинцова получили подарки от первого заместителя председателя Московской областной думы, депутата от «Единой России» Ларисы Лазутиной. Представители общественной организации «Дети войны» и клуба «Активное долголетие» Павел Сергеевич и Анна Николаевна Полковниковы недавно отметили 45-ю годовщину свадьбы. Церемония награждения прошла в Ледовом дворце «Армада» во время вечерней дискотеки «Лавкаток».